Всем привет, дамы и господа, с вами вновь Александр, и я вам сегодня расскажу, как можно получить очень-очень хорошее кресло, очень высокого уровня по безопасности, за абсолютно гуманную стоимость, учитывая нынешний реалий курс доллара, все равно это относительно недорого. Это кресло от компании Britax Reomer KitFix SL называется кресло. Это кресло, которое на Адаке получило прекрасные оценочки по безопасности. Делается кресло у нас в Германии, и мы получаем за небольшие деньги один из лучших брендов Britax Reomer. В дальнейшей, кстати, продажи на вторичке легко продали, вообще без проблем. Что из себя представляет конкретно это кресло? Помимо того, что оно безопасное, получило хорошие оценки, это категория 2-3. Попроще скажу, 100 сантиметров и выше, с 3 лет, с 3-4 лет, приблизительно 15 килограмм ребенка. Но самое важное — это 100 сантиметров. Килограмм — это плюс-минус может что-то меняться, но вот 100 сантиметров росту ребенка есть, можно покупать и, собственно, эксплуатировать. Как вы заметили, здесь нету пятиточных ремней, в 2-3 категории их нет. Давайте сразу покажу, как нужно здесь пристегивать ребеночка. Все идентично, как и мы себя пристегиваем в автомобиле взрослым ремнем. Используется тот же ремень. Ремень проводится у нас в подголовнике в специальном красном направляющем. Это очень-очень важный момент, потому что если вы сделаете не так, это может плохо кончиться. Направляющий, он поэтому так и называется направляющий, что он правильно фиксирует ремень, плечо и грудь. Если это сделать не так, ремень может оказаться на горле, поэтому приблизительно вот так регулируем. И высота подголовника до плеча ребенка не больше 2 пальцев, не меньше 1. Вот как золотое правило запомните, и в остальном вы ошибок не совершите в креплении. Кресло имеет, вообще SL в названии всегда нам говорит о том, что что-то здесь урезано. Здесь есть система изофикса, но она не полностью металлические салазки. На конце металлическая салазка, а в начале у нас ремень. Это у нас дешевле в производстве, и, соответственно, и цена кресла у нас из-за этого ниже. Но по эффективности вот такая система, она практически не уступает полноценным металлическим изофиксом. Но зато при установке очень легко. Вы взяли в руку, вот он, да, и просто щелкаем. Нам не надо целиться всем креслом, просто взяли, прицелились и застегнули. В комплекте также будут направляющие для изофикса. То бишь, если изофикс у нас где-то зарыт глубоко между сиденьями, одеваем сначала его, у нас уже готовое отверстие для изофикса, и, соответственно, крепим. Никаких проблем нет. Кстати, можно отстегнуть спинку и сделать бустер, если это вам вдруг понадобится. Но я этого делать не рекомендую. Кресло полноценное со спинкой и с подголовником всегда безопаснее. Что касается материалов. Типичная ремеровская ткань. Она в 90% креслах используется. Только вот в самой простой версии кресла, но у меня на канале уже обзор, вы увидите перед этим. Там используется на подголовнике ткань такая же, как и на всем кресле. Но начиная с версии KitFix SL, на подголовнике уже используется ткань более тактильно приятная для лица, более гладкая и приятная лицу ткань. В самом простом варианте, к сожалению, и тут ткань одинакова. Но она и стоит ощутимо дешевле, причем является очень хорошим предложением по соотношению цена-качество-безопасность. Это же кресло практически то же самое, но только чуть-чуть повыше классом считается. Вот. Поэтому с тканями, кстати, еще нюанс, когда стираем, все можно, кстати, снять, постирать, но стирайте не выше 30 градусов, потому что оно сядет, вы уже обратно не оденете. Так, давайте разберем момент с комфортом ребенка. Что я подразумеваю? Это вот свободный ход спинки. Вот это щелканье, не переживайте, это так и должно быть. Вот, это так называемая плавающая спинка. То бишь, она примет положение спинки автомобильного сидения. Если она у вас там ложится, естественно, так нельзя. Ребенок, когда пристегнут вот этим ремнем, и вы сильно его опрокинете, он ремень к горлу сдвинется. Это не допустите этого никогда в жизни. Вот, поэтому по наклону здесь стандартная ситуация, как в 99% креслах, всегда свободные плавающие спинки, и они принимают положение спинки автосидения. Поэтому ребенок под 90 градусов здесь не сидит. В дальней дороге, в принципе, нормально. Это не кроватка, здесь нельзя лечь. Мы же не лежим в машине, мы сидим.
Здесь та же абсолютная ситуация, поэтому имейте это в виду. Кстати, раньше кресла ремер немножечко страдали короткими сидушками, сейчас этой проблемы нет, сидушки длинные, и в дальней дороге у детей ноги не затекают, поэтому с комфортом посадки здесь все более чем хорошо. Еще цена, вот прям действительно хорошая цена для вот такого бренда и для такого уровня безопасности, здесь все супер. В двух словах это как раз и было мое мнение. Добавить мне уже нечего. Я все, что хотел вам рассказать о кресле, рассказал. Как по мне, если вы хотите хорошее немецкое кресло, хорошего, очень хорошего, самого практически именитого бренда, это Britax Römer, за небольшие деньги с хорошим уровнем безопасности, я рекомендую обязательно обратите на него внимание. И еще на кресло. Ссылку на обзор я добавлю в описании к этому ролику. Discovery, если не ошибаюсь, модель называется. Это кресло тоже чуть пониже классом, но еще дешевле, и уровень безопасности уступает чуть-чуть этому, но совсем чуть-чуть. Поэтому цена, качество, безопасность и у Discovery SL, и у Kitfix SL, ну, соотношение вот в этом плане просто обалденное. Поэтому обратите внимание, если ищете своему ребенку очень годное кресло и за относительно недорого. Ну, я, собственно, закругляюсь. Если обзор вам был полезен, интересен, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал. И пожелать хочу вам хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. Всего доброго вам, до свидания.